Совхоз «Новый» готовится к зиме. Без сложностей в этом году не обошлось. Из-за маловодья на Лени фермеры не смогли вовремя доставить комбикорм для животных. Подвела этим летом и погода. План по заготовке сена выполнили с трудом. Тему продолжит Анна Винокурова. В этом году в совхозе на заготовке сена трудились 98 человек. Работники вышли на поле в конце июля. Работали, не покладая рук. В итоге плановые показатели фермеры выполнили, но без трудностей не обошлось. То засуха, то саранча, но в итоге мы план выполнили. По грубым кормам 1800 тонн заготовили. И то, что планировали 1230 тонн заготовить силоса, мы заготовили. Маловодье, а после и раннее закрытие навигации на Лени принесло проблемы и совхозу. В предприятии не могут доставить комбикорм для животных. На данный момент доставлено 300 тонн кормов. Всего, чтобы пережить зиму, нужно около 1000 тонн комбикорма. Какая-то часть вот уже подошла, где-то порядка 300 тонн комбикорма подошла в Ленск. И 250 идет машинами по трубе, по дороге вот нефтяников. Ну и остальной остаток мы, я думаю, завезем автозимником. И больших, надеюсь, больших сбоев не будет. Сейчас в совхозе вовсю готовятся к предстоящей зиме. План на сено и силос выполнен. Перегнали и скот, и следников. В летний период коровы паслись на пастбищах. Теперь остается ждать доставку кормов для животных. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».